Мы здесь находимся с 11 часов утра, сейчас уже 4 часа дня. Победимо не такое бывало! Песня вообще очень интересно появилась. Она появилась прямо вот перед Новым годом, числа так 30 декабря. А именно сначала ко мне пришел мотив, пришел как-то вот сам. Там еще не было фразы «потомки победителей». Именно эта фраза у меня уже в голове была с времен записи песни «Мы сильны». То есть это получается еще лето 22-го года. Вот мне хотелось какую-то сделать песню, которая будет вот говорить о преемственности поколений. Вот. И у меня тогда уже была фраза в голове «потомки победителей». Но я как-то вот в своей песне не мог применить эту тему, потому что там были другие темы, опять же, вы помните, у меня выходили там «Нас не сломить», «Я русский», «Победить врагов» и другие песни. И тут у меня приходит мотив, я напеваю его в Телеграме в голосовом сообщении, потом это все перекладываю на ноутбуке на ноты, появляется уже мелодия полноценная, потом еще несколько дней заняло написание самого инструментала, он получился очень разнообразным, и сравнивать его с моими предыдущими работами, то здесь динамика самой песни, и то, как там меняется и настроение, вот есть и развитие определенное, вот, и определенные контрасты, в музыкальном плане все намного богаче и намного интереснее. Медведям пора отходить от сна! А ну как получилось, интересно даже. Давай послушаем. В плане мелодичности тоже. Вот люди, которые слушают мои песни, они замечают, что они более такие резкие, драйвовые, ритмичные. Здесь все это есть, но здесь есть и мелодичность, здесь есть вокал. И на удивление, хоть я не являюсь вокалистом, я трезво оцениваю свои вокальные способности, учитывая, что я самоучка абсолютнейшая. Я очень хорошо справился с вокалом. И я думал, что займет у меня часа полтора. Нет, это заняло минут буквально, ну, 15-20. То есть хорошие дубли пришли очень быстро. Опять же, потому что мотив из головы, и как-то вот я сам очень хорошо его уловил. На низах низкий вокал помог с записью Андрей. Россия, вперед, победа будет за нами! Россия, вперед, победа будет за нами! Стас помог с записью такого вот более легкого и, ну, скажем так, затишье перед бурей. Такой бридж там небольшой есть песня, вот такой спойлер вам расскажу. Там поет Стас. То есть не думайте, что я так мог спеть, нет, все-таки там действительно не мой голос. Потомки победителей. Это все вы услышите сначала в виде сниппетов, в виде отрывков. Это все будет в ближайшие дни. А сама песня, когда выйдет, я пока вам не скажу, потому что это вопрос все-таки еще и дистрибьютора, это вопрос все-таки того, что мы будем подавать в плейлисты редакторские на различных музыкальных площадках, соответственно, мы не будем спешить и как-то вот ускорять ради того, чтобы быстрее песня вышла, потому что пусть лучше она в плане промо получит соответствующую нужную поддержку, потому что уже есть у нас два успешных случая, именно песня «Победить врагов» и песня «Русский бульдозер», они попадали, обе песни, в редакторские плейлисты Яндекс.Музыки в раздел «Альтернативная музыка». Победимо не такое бывало! Вот, что еще хочется сказать, я очень доволен этой песней, мне очень нравится припев, мне очень нравится, как она звучит, и в целом эта песня, она объективно сильнее по большинству показателей, чем те работы, которые были раньше, и это очень хорошо, что постоянный рост, потому что если взять работы 21-го года, то они, конечно, уступают работам 22-го, но работы 23-го года, они явно сильнее на голову выше работ 22-го года. То есть вот такой вот рост идет, и сейчас он продолжается, вот. Это меня очень радует на самом деле. Проект больше 20 дорожек только инструментала. Вокала там тоже очень много дорожек. Что еще хочется сказать вообще о самой записи? Она давалась достаточно легко. Ну, типа, здесь должно быть чуть больше панковости, чем в обычном припеве. Вот так я назову. Давай тогда вот здесь вот эти даблы переберем и вот такие вот запишем, еще один запишем. Ну вот, я об этом тоже только что об этом подумал. Давай еще один. В наших силах идти до конца. Эмоции нужны присутствовали, настрой нужный присутствовал. Атмосфера у нас рабочая. Люди, понимающие друг друга, со схожими взглядами, соответственно, и работать намного проще. У нас здесь Андрей. Ну, в общем, я вам покажу очень маленький отрывок песни. Я думаю, достаточно. Да, я думаю, достаточно. Да, я думаю,
дальше следите за новостями, за соцсетями, будут более объемные отрывки, будут различные посты о создании данной песни. Вот, а сейчас вы видите влог на моем канале, подписывайтесь на мой канал, на его канал Андрей783. У нас контент выходит регулярно, аудитория растет, это нас не может не радовать. И опять же, спасибо всем за поддержку, всем удачного и бодрого дня. Ну и под конец видео я хочу процитировать песню «Потомки победителей». «Россия вперед, победа будет за нами».